Кремль о возможной отставке Лаврова. Спекуляции. Спикер президента РФ Дмитрий Песков предложил поздравить Сергея Лаврова с днем рождения и не обращать внимания на информацию в СМИ. В Кремле рекомендуют не обращать внимания на информацию в СМИ на тему отставки министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости в среду, 21 марта. По словам Пескова, это спекуляции. Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции, предложил Песков. Ранее появилась информация о том, что Сергей Лавров якобы не войдет в состав нового правительства России и оставит должность, которую занимает последние 14 лет. В среду, 21 марта, министру Лаврову исполнилось 68 лет. Сегодня он находится с визитом в Японии. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и ищите https://tmi.correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.